Убийство или случайность? В Ковровском районе прямо в автомобиле сгорела девушка-таксистка. Пожар произошел рядом с населенным пунктом Бабериха. Пожарные справились с возгоранием за 14 минут. От белого Рено Логан ничего не осталось. Пожар не обошелся без криминала. В машине найдено тело 28-летней женщины. Она подрабатывала частным извозом. Сайт iKovrov.ru со ссылкой на официальные источники не исключает, что девушку убили, а ее машину сожгли намеренно. У нее осталась маленькая дочь. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Преступление пока не раскрыто, поэтому подробностей крайне мало. Распространяют различные информации, в том числе, что она была удушена, потом ей нанесено ножевое ранение. Просто хочу сказать, что на сегодняшний день и по обстоятельствам, и по телесным повреждениям, которые причинены женщине, следствие не может говорить и делать какие-то однозначные выводы и делать заявления. Работают эксперты, и только по их профессиональному заключению мы уже сможем восстановить картину произошедшего.